Здравствуйте всем. Я с Украины, с Одессы. Война, к сожалению, в стране продолжается, но мы верим в нашу украинскую армию. Действительно, мы быстрее победим, и жизнь станет прекраснее, счастливее и благодатнее. Я поделюсь с одного интересного ролика с нашего канала по поводу пророчества, о том, что сказал Бог на примере Израиля. О чем же здесь интересный момент? Еще вот 1600 лет еще назад пророк Исаия там говорил, да, то есть разные пророки говорили о том, что будет существовать второе, то есть государство израильское, да, что будет у Израиля уже второе, да, не первое, а второе, да. То есть интересный момент, да, у Израиля второе государство, и что после этого второго государства будет происходить, образование этого второго государства, там не пройдет и род сей, и будут происходить там серьезные, то есть катаклизмы и так далее. То есть, в принципе, какой был сказано, что будет у Израиля, у евреев второй раз свое государство. У них же очень долго не было своего государства, еще с начала нашей эры, да, вот когда Золотой Иисус Христос вознесся на небо. Но, как мы знаем, в 1948 году, за очень быстрое время, образовалось израильское государство, несмотря на то, что их атаковали куча арабских стран, да, там Саудовская Аравия, там Египет, Иран, все как положено, да. То есть мусульманские страны, ну, серьезно хотели их не дать им существовать. Но Израиль не просто выстоял, а и развился свое государство. То есть говорит о том, что пророчество Библии, как, например, израильское, осуществилось. И если это пророчество осуществилось, какие же шансы, что осуществятся другие пророчества по поводу апокалипсиса, который будет в будущем? Очень огромная вероятность этого, потому что в Библии, как про Иисуса, до Иисуса за несколько тысяч лет писались пророчества, исполнялись. То же самое они будут исполнились с Израилем. То же самое понятно, что они используются и с апокалипсисом, будущими временами. Поэтому, друзья, нужно понимать, что Библия что-то говорит, значит, оно так и происходит. Вопрос такого времени, когда это будет. Поэтому, друзья, читайте Библию, изучайте Библию, выбирайте живую церковь и следуйте по Библии для того, чтобы мы могли быть подготовлены к этим событиям сами по себе, то есть в своих грехах каялись и обязательно проповедовали Евангелие, чтобы больше людей спасалось, и этим же нашим проповедованием мы сможем спасти и себя, и слушающих нас. И таким образом у Господа Иисуса Христа будет намного больше оснований в итоге в вечность нам открыть прекрасную дорогу в рай, где то же самое прекрасное, как здесь, в парке в Одессе, да, с фонтанчиком, только там будет все бесконечно разлучно. И полное видео оставлю в описании нашего канала. Поэтому всем Божьего Духа, Божьих ценностей. Аминь.